Маймаксанская библиотека номер шесть имени Георгия Алексеевича Скребицкого предлагает послушать интересный рассказ Кэрон Браун, что скрывает космическая станция. Сядь в ракету и отправься в путешествие, взмой высоко над нашей планетой и загляни в гости к космонавтам, которые живут и работают на космической станции. Ты сможешь увидеть, что скрыто на космической станции и вокруг нее. Тебя ждет целый мир невероятных открытий. Три космонавта вот-вот сядут в космический корабль и отправятся на космическую станцию. В космосе они проведут много месяцев. А вот и поезд. Он везет огромную и тяжелую ракету. Ракета запустит космический корабль в космос. Поезду требуется три часа, чтобы медленно доставить ракету из здания, где ее построили, к стартовой площадке. Примерно за три часа до запуска космонавты занимают свои места в космическом корабле. Он расположен в верхней части ракеты. Три длинных опоры, удерживающих ракету, отделяются от нее в момент запуска. Всего за 45 секунд ракета достигает скорости свыше 1500 км в час. Через 9 минут космический корабль покидает ракету. Она падает обратно на Землю, а космонавты, надежно пристегнутые ремнями в кабине космического корабля, продолжают свой путь на космическую станцию. Космонавты путешествуют на скорости 8000 км в секунду. Это очень быстро. Космическая станция движется по орбите вокруг Земли. Космонавты должны догнать ее, чтобы совершить стыковку. На это может уйти до двух дней. В конце концов, космический корабль прикрепляется к одному из четырех стыковочных портов космической станции. Космонавты открывают люк и встречаются с экипажем, который уже находится на космической станции. Кажется, что космонавты парят внутри космической станции. Что же произойдет, если открыть пакетик конфет? Конфеты вылетают из пакетика. Они медленно движутся в пространстве. Конфеты и космонавты словно плавают по воздуху. Это называется невесомостью. Чтобы спать, космонавты привязывают свои спальные мешки к стенкам. Если их ни к чему не привязать, мешки будут летать по всей станции. А на глаза космонавты надевают маски для сна, ведь на космической станции всегда горит свет. Успеют космонавты проснуться, каких уже ждет множество дел. Помимо работы, всем им надо поддерживать мышечный тонус. Космонавты тренируются ежедневно по два часа. Они тренируются на беговой дорожке, чтобы быть в хорошей форме. Специальные ремни не дают им взлететь. Вращаясь на космической станции вокруг Земли, космонавты за 24 часа видят 16 рассветов и 16 закатов. Еще они видят Луну, которая вращается вокруг Земли. Это величественное зрелище. Внутри станции очень много работы. В трех научных лабораториях проводятся эксперименты, которые длятся по несколько месяцев. Лаборатории оснащены специальным оборудованием. С его помощью космонавты узнают больше о том, как люди и животные чувствуют себя в космосе, а также наблюдают за ростом растений. Один из космонавтов готовится поработать снаружи космической станции. В космосе нечем дышать, ведь там нет воздуха. Он надел космический скафандр, который будет защищать и снабжать его кислородом. Под скафандром на космонавте тонкий слой одежды, а еще у него есть микрофон и наушники, чтобы общаться с другими космонавтами. При помощи средств управления внутри станции космонавт перемещает огромную роботизированную руку. Она немного напоминает подъемный кран, а к концу руки можно прикрепить предмет или космонавта и перемещать его снаружи космической станции, чтобы провести необходимую подчинку оборудования. Необходимые инструменты привязаны к его скафандру, иначе они бы просто улетели. Используя компьютеры, космонавты в любой момент могут позвонить домой. Они видят своих родных во время разговора, а родные тоже их видят. Космонавты вместе обедают перед тем, как трое из них отправятся на Землю. Вся еда в герметичных упаковках, поэтому может храниться долго. Свежая еда здесь редкое удовольствие. После шести месяцев на станции приходит время возвращаться домой. Космонавты садятся в космический корабль и улетают. На связи с ними Центр управления полетами. Он дает космонавтам инструкции для безопасной посадки. Космическому кораблю помогает приземлиться парашют. Он замедляет падение космического корабля при приближении к Земле. Двигатели в нижней части корабля включаются за секунду до приземления. Они смягчают посадку с возвращением домой на Землю. Находясь на станции, космонавты общались со своими родными каждый день. Но как же здорово снова их обнять. Если они посмотрят вверх, то увидят космическую станцию. Она выглядит как яркая звезда, летящая по ночному небу.